воевал? А? Кто у вас в семье воевал? Кого вы сегодня поминаете? Расскажите. У меня воевало два деда. Три дядьки не вернулись с фронта. Отец вернулся, инвалид третьей группы. Я жил вот там Украинка, вот село Украинка, который видел, как везли вот эти самые убитых телегами. А сколько вам лет было тогда? Мне было 4 года тогда. А. И видел, как дома жгли. Как мы бегали, вот с матерью, с теткой говорили, вот чтоб дома не поджигали. Видели вот это, кричали, вот кричи, мама тебе бегает, кричи, ну кричи, мы кричим, они ходят, дома поджигают наши. И что, с ними примиряться? Сволота такая. Они что, видели это? Мой папа под Сталинградом воевал, под Сталинградом. Его там ранило, контуженный пришел, горбатый, сколько полно в теле было. И умер от этих ран. И он под Сталинградом воевал. Как звали вашего папу? Константин Георгиевич. Фамилия? Мержев. Мержев. Да. И вы Мержева? Ну, я сейчас другая у меня фамилия. Угу. Надевище моя, да. Это ваш папа, да? Это мой папа, да. Угу. А у вас кто? Я не думала, что сегодня с этим идти. У меня папа воевал, он был ранен и был раньше отпущен, потому что у него была правая рука, вот так вот кость вышла. Угу. Вот. Ну, а как звали папу? Я задавал этим вопросом. Как? Вот кто Емельян там звали? Емельян Яковлевич? Да. Вот это такие же, как а фамилия? Ветряк. Ветряк. Наглецы.